Что-то не особо, да, иконки мы видим. Где-то я вот. Хорошо. Новый промо хит для профессионалов. Акция. Новая для профессионалов. Детский, подростковый промо хит. Акция. Все есть. Прекрасно. Механизм лояльности. Сколько могут, какую часть, логика, какие товары. Вот это надо придумать, пока не сделано. Цена первая розничная, вторая оптовая для врачей и клиник. Все есть. Акция для врачей по рецептам. Это в раздел для врачей у нас. Сначала скопировать, а потом нажать подчеркивание. Страницы, скорее всего, да? Пациентам. Понятно, да? Посмотрим. Все отображается, дата видна. Вот акция. Надо было отформатировать текст. Всегда текст надо удалять формат. Иначе он будет отображаться не так, как версткой было задумано, а вот не пойми как. А, мы не сохранились. Вот почему. Смотрите. Вот они, компьютерные чудеса. Надо пробелы делать, везде будет потом. Это тоже настройка. Идем дальше. Акции для пациентов. Они видны на главных страницах и в акциях. В общих настройках наверняка же. То есть мы так смотрим техническое задание. Мотаем, мотаем, мотаем. Что-то пока не вижу. Вот, акции. Первое удалили. И всегда вот это на самом деле делайте. Удаляйте, чтобы смотреть границу страницы, где она была. Потому что если пробел сохраняется, может быть большое расстояние потом. Акции, все. Смотрим. О, тут все появилось. И внизу все появилось. Ну а дальше мы будем настраивать уже, там понятно. Значит, в реальности, что по акциям? По рецептам, назначая пациентам по рецептам и получая 14%. А 6% мы платим еще налог с врача, да? Где эти рецепты? Как скачать рецепт? Во врачи надо повесить. А он, по-моему, в файлах висит на самом деле. Или в документах, в общих, наверное. В общем, есть такое, это реально. Вот, пожалуйста, можно скачать рецепт. И пойти, тут объяснено, какие средства. Здорово, да? Хороший функционал тоже работает, все. Карта осмотра парадонтологического пациента. Бланк заказа, так. Значит, что нам надо сделать? Нам надо скопировать ссылку. И когда мы будем делать, его подставить. Ну,
даже так круто вообще. О, все супер. А физическая ссылка мне не нужна. Я вот так его и буду копировать. Мне это вполне устраивает. Супер, супер. Это тоже хорошее решение. Чтобы не было вот этих кривых ссылок, всяких кракозябр в адресах. Вот таких вот. Не пойми, что там, docx и так далее. Давно надо приходить к тому, чтобы ссылки были не адресные, а заголовками, каким-то текстом. Так, смотрим, что у нас с акциями. Все тут понятно. Это мы добавили. Назначай пациентам, понятно, это все написано. Договор. Платим в рамках гражданского правового. Так, надо договор повесить. В корзине надо, чтобы можно было выложить фотку рецепта. Или в продукт. Продукции в корзине. Надо функционал продумывать. По мере того, как вы в сайте ковыряетесь, у вас появляются какие-то идеи, которые еще не реализованы, но были бы удобны. Вот их надо сразу фиксировать. То есть тут откладывать что-то потом нельзя. Надо делать вот именно прямо сейчас. Так, идем дальше по ТЗ. Типикин, там все продукты 14%. Так, акции на товары новые видны в аккаунте врачей. Это баннеры, скорее всего, вот баннеры, баннеры. Все уже придумано. Ну, мы на креатив не обращаем внимания, мы же сайт собираем. Я, как бы, если надо, потом могу прочитать, откуда берутся эти цены, как их считать. То, что вся реклама, она должна давать четкое понимание, сколько вы заработаете, давая вот скидку там на 5%. И какой должен быть оборот? Вы должны еще понимать, чтобы эту скидку вернуть оборотом. То есть, насколько вы должны больше продавать. Акции промоупаковки тоже все это считается. Это на баннерах будет, скорее всего. Баллы непрофессионального ассортимента без скидки и акции. В размере 7,5% в рублях. В баллах, да. Частичной оплаты баллами нет. Или есть вариант тоже. Акции, подсказка по оформлению заказа товара. Объемная сделка. Вот о чем шла речь. Типа акций, в которых участвует товар. Сразу мы ее запишем. В каком виде? Вот в таком. Они должны совпадать, кстати, ссылки вот эти. Так, к сведению. Акции, которых участвует товар. Четыре пока. Я вот придумаю, у меня море картинок, мне надо их как-то распределить. Я придумываю параметры, какие-то параметры, группы описания товаров, ну, то есть информацию, чтобы распределить на какие-то параграфы. И в них все эти картинки вставить. Надо указать будет название акции в заказе. Это текстом мы напишем. В заказе или в корзине. Товары со скидками с лицем в объемной сделке не входят. Может быть, заказ больше по сумме и скидка чуть счастье, потому что есть этот товар по спеццене или со скидкой по акции. Понятно. Это все мы прошли. Только одна неделя, 10 товаров по цене двух. Новые 10 товаров. Порядок рандомности известен. Желание посетителей, ручная установка. Схема ухода за полостью рта. Отрисовать, отрисую. Это сделано на самом деле. Тут, в принципе, тоже все понятно. Можно это даже удалять. Так, большое у нас техническое задание было, да? Ничего себе.